Hi my friends, we continue our playlist. Let's translate and use phrasal verbs. Итак, переводим, используя фразовые глаголы. Я вышел. I went out. I went out. Мы всегда могли рассчитывать на него. Мы всегда могли. We could always рассчитывать на него. Count on him. We could always count on him. Я с нетерпением жду того, чтобы услышать тебя скоро. Обычно мы встречаем эту фразу в конце переписки. Так, начнем. Я с нетерпением жду. I look forward, чтобы услышать тебя. Или дословно, чтобы услышать от тебя скоро. To hearing from you soon. Очень часто встречается в переписке такая фраза. I look forward to hearing from you soon. Я с нетерпением жду того, чтобы сделать это. Я с нетерпением жду. I look forward to того, чтобы сделать это. To doing it. I look forward to doing it. Он был поражен ее красотой. Он был ошеломлен ее красотой. He was taken aback её красотой by her beauty. He was taken aback by her beauty. Я не хочу набирать вес. Я не хочу. I don't want набирать вес. To put on weight. I don't want to put on weight. Давайте вернемся к началу. Давайте вернемся. Let's get back к началу. To the beginning. Let's get back to the beginning. Подводя итог, это был незабываемый опыт. Подводя итог. To sum up. Это был, it was, незабываемый опыт, an unforgettable опыт, experience. To sum up, it was an unforgettable experience. Кто разбудил тебя? Кто, who, разбудил тебя? Woke you up. Who woke you up? В какое время ты обычно встаешь? В какое время? What time ты обычно встаешь? Do you usually wake up? What time do you usually wake up? Значит, друзья мои, пока подправим нумерацию, я вам как раз расскажу о некоторых планах. То есть, на самом деле, видите, у нас с вами нумерация подряд. Это 361, и, соответственно, это получается 370. Значит, друзья мои, действительно, как вы знаете, мы этот курс начали. Вот если посмотреть на дату этого видео, это было 14 августа, соответственно, 2016 года. Вы здесь видите, то есть... Практически 2 года назад мы интенсивно вели с перерывами, даже делали другие плейлисты. Друзья мои, действительно, у нас в плейлисте достаточно большое количество видео, практически 500 видео. И хочу вам сообщить, что это последнее видео данного курса. Имеется в виду основной части. Потому что также предусмотрена дополнительная часть. Значит, давайте я вам расскажу, что это такое. Во-первых, значит, пока проделайте контрольную работу, и потом также напишите о ваших результатах, о ваших впечатлениях. Вот видите, что, может быть, казалось все просто, фразовые глаголы, и вы думали, зачем мы это делаем, зачем, соответственно, мы
значит, разбирали теорию, потом практику, да потом еще помимо этого еще контрольную работу вдруг такую огромную сделали. Друзья мои, но вы видите, что это необходимо сделать, потому что ошибки встречаются, не хватает автоматизма. И поэтому все это сделано специально, потому что тема наиважнейшая, мы не можем ее игнорировать. Поэтому, друзья мои, обязательно пишите о ваших успехах, о ваших результатах. Значит, это контрольная работа всего курса. И вы знаете, что наш плейлист поделен на две части. Соответственно, синий плейлист, то есть синяя часть и красная часть. Синий цвет и красный цвет. И, соответственно, запланирована обобщающая контрольная работа по этому плейлисту, которая тоже состоит из двух частей, чтобы не путаться. Первая – это по синей части, и потом вторая – это по красной части. То есть такой план. Друзья мои, я думаю, видео больше, чем достаточно. То есть уже на данный момент практически 500 видео, есть другие у нас также плейлисты, до автоматизма и прочее. Так что, друзья мои, остается только отрабатывать, многократно повторять и доводить до 100% результата, чего я вам и желаю. Действительно, вот правильно здесь совершенно фраза «To sum up, it was an unforgettable experience». То есть, подводя итог, это был незабываемый опыт, я думаю, друзья мои, для вас, для меня. Поэтому спасибо вам огромное. Ну, пока продолжаем. Пока еще рано прощаться. Итак, они выдвинули очень интересный план. Они выдвинули they put forward очень интересный план. A very interesting plan. They put forward a very interesting plan. Я думаю, они поддержат эту инициативу. Я думаю, I think, они поддержат, they'll back up эту инициативу, this initiative. I think they'll back up this initiative. Эта история базируется на реальных фактах. Эта история. This story базируется is based на реальных фактах. On real facts. This story is based on real facts. Другими словами, это правдивая история. Другими словами. In other words, это правдивая история. It's a true story. In other words, it's a true story. Он выздоровел на прошлой неделе. Он выздоровел. He got over на прошлой неделе. Last week. He got over last week. Я присел. I sat down. Затем я встал. Затем. Then. Я встал. I stood up. I sat down, then I stood up. Поторопись, или мы опоздаем. Поторопись. Hurry up. Или мы опоздаем. Or we'll be late. Hurry up. Or we'll be late. Смотря вперед, мы хотим тратить наше время более рационально. Смотря вперед. Looking ahead. Мы хотим. We want. Тратить наше время. To spend our time. Более рационально. More rationally. Делая хорошие дела. Делая. Doing good things. Все больше и больше. More and more. Looking ahead, we want to spend our time more rationally, doing good things more and more. Я с нетерпением жду своего отпуска. Я с нетерпением жду. I look forward своего отпуска to my holiday. I look forward to my holiday. They
put forward a very interesting plan. I think they'll back up this initiative. The story is based on real facts. In other words, it's a true story. He got over last week. I sat down. Then I stood up. Hurry up, or we'll be late. Looking ahead, we want to spend our time more rationally, doing good things more and more. I look forward to my holiday. Я хотел бы протестировать этот ресторан. Я хотел бы... I'd like протестировать, to try out этот ресторан, this restaurant. I'd like to try out this restaurant. Это хорошая идея составлять наши собственные предложения для большей практики. Это хорошая идея. It's a good idea. Составлять. To make up. Наши собственные предложения. Our own sentences. Для большей практики. For more practice. It's a good idea to make up our own sentences for more practice. Видите, мы отдельно проносим our own, но здесь сливается, получается our own sentences for more practice. У меня получилось выяснить правду. У меня получилось, я имел успех в этом. У меня получилось I succeeded выяснить правду in finding out the truth. I succeeded in finding out the truth. Он израсходовал все деньги. Он израсходовал. He used up все деньги. All the money. He used up all the money. У меня закончилось время. I ran out of time. I ran out of time. I ran out of time. Я знаю, это окупится. I know это окупится. It'll pay off. I know it'll pay off. Я никогда не встречал эту фразу. Я никогда не встречал. I've never come across эту фразу, this phrase. I've never come across this phrase. Вопрос. Ты уже въехал в свой новый дом? Ты уже въехал? Have you already moved свой новый дом into your new house? Have you already moved into your new house? Он бросил пить. He gave up drinking. Она бросила курить. She gave up smoking. She gave up smoking. Я выяснил всю правду. Я выяснил. I found out. Всю правду. Вот можно сказать all the truth. Или можно сказать the whole truth. I found out the whole truth. I'd like to try out this restaurant. It's a good idea to make up your own sentences for more practice. I succeeded in finding out the truth. He used up all the money. I ran out of time. I know, it'll pay off.
I've never come across this phrase. Have you already moved into your new house? He gave up drinking. She gave up smoking. I found out the whole truth. Я перезвоню тебе через минуту. Я перезвоню тебе. I'll call you back. Через минуту. In a minute. I'll call you back in a minute. Это окупится в конце. Это окупится. It'll pay off в конце. In the end. It'll pay off in the end. Их женитьба закончилась разводом. Их женитьба. Their marriage закончилась разводом. Ended in divorce. Their marriage ended in divorce. Не унывай. Don't give up. Don't give up. Весь товар был только что продан. Весь товар. All the goods. Был только что продан. Have just been sold. All the goods have just been sold. Она придумала эту историю. Она придумала. She made up эту историю, this story. She made up this story. Я имею дело с поставщиками. I deal with suppliers. I deal with suppliers. Далее используем фразы глагол scary. Я продолжу работать над своими ошибками. Я продолжу работать. I'll carry on working над своими ошибками. On my mistakes. I'll carry on working on my mistakes. Я думаю, ты скоро выздоровеешь. Я думаю, I think, ты скоро выздоровеешь. You'll get over soon. I think you'll get over soon. Я просмотрел эту презентацию. Можно сказать I looked through или I flicked through эту презентацию. This presentation. I flicked through this presentation. Я не могу понять, что делать. Я не могу понять. I can't figure out, что делать. Что? What делать to do? I can't figure out what to do. I'll call you back in a minute. It'll pay off in the end. Their marriage ended in divorce. Don't give up. All the goods have just been sold. She made up the story. I deal with suppliers. I'll carry on working on my mistakes. I think you'll get over soon. I've looked through this presentation. I can't figure out what to do. Говори погромче, пожалуйста. Говори погромче. Speak up. Пожалуйста, please. Speak up, please. Он выпустил ее. He let her out. He let her out. Откуда ты? Вопрос, откуда ты? Where are you from? Where are you from? Или также можно спросить, откуда ты? Откуда ты родом? Еще аналог. Where do you come from? Where do you come from? Я сумел решить эту проблему. Я сумел.
I managed решить эту проблему. To sort out this problem. I managed to sort out this problem. Как мы можем ускорить этот процесс? Как мы можем? How can we ускорить, speed up этот процесс, this process? How can we speed up this process? Друзья мои, видите, у нас такая интенсивная контрольная работа. Вот на самом деле и 50, вы согласны, то есть и 50, и 100 предложений мало. Мало, слишком мало, чтобы довести до автоматизма. Вот наша практика, она вот минимальна для усвоения, но она необходима. Друзья мои, и также задание, сейчас с вами повторим, еще одно задание будет небольшое. Так, смотрите, speak up, please. He let her out. Where are you from? Where do you come from? I managed to sort out this problem. How can we speed up this process? Значит, опять же, еще раз повторите, проработайте эти видео, эту тему фразы и глагола закрепите. И опять же, в идеале, когда вы говорите, например, какое-то слово сказали, например, вы сказали, у меня есть идея, сказали, I have an idea. То есть, у меня сразу вспышка, то есть, можно сказать по-другому, не I have an idea, I came up with an idea. Или даже другие аналоги, там, I came up with an interesting idea, можно сказать, I came up with a brilliant idea, можно усилить with a very interesting idea, I came up with an absolutely brilliant idea и так далее. То есть все время есть какие-то моменты, то есть вместо continue можно банально заменить хотя бы go on и так далее. То есть желательно начать свою как раз речь фразами, глаголами. Ну, давайте небольшой полет такой для творчества. Значит, давайте составим хотя бы несколько предложений, используя фразовые глаголы спонтанно. То есть просто о чем хотите, о том говорите, но старайтесь в каждом предложении использовать хотя бы один фразовый глагол. Вот как это сделать? Например, давайте спонтанно что-то напишем. Я хотел бы заметить. Уже один фразовый глагол. Видите, I'd like to point out. Отличная фраза. Point out. Универсальная фраза. Что... That у нас заканчивается время сейчас. То есть у нас заканчивается время. Фразы глагол. That we are running of time. Running out of time. Yeah, I wanted to say it. I'd like to point out that we are running out of time. Можно уточнить, что за время. Ну, такой немножко философский момент. We are running out of time. Можно сказать the time. То есть время нашей жизни. The time of our life. The time of our life. Давайте поторопимся. Давайте поторопимся. Let's hurry up. Let's hurry up. Делать хорошие дела. Let's hurry up to do good things больше и больше. More and more. Let's hurry up to do good things more and more. Далее можно рассказать. Я абсолютно убежден, или я совершенно убежден. Используем также фразы из других грамматических вот частей, потому что, конечно, хорошо, но желательно также использовать и грамматику, и фразы, которые мы до этого проходили. Я совершенно убежден. I'm totally convinced. I'm totally convinced. Что это поможет нам? That it'll help us обратить наш мир в лучшее место для жизни. Ну, вот так вот сейчас дословно скажем, это очень естественная фраза по-английски. То есть обратить наш мир, help us to turn our world, то есть обратить наш мир. Ведь это в into.
Turn into – это превратить, обратить. To turn a world into – намного более лучшее место. Into a much better place для жизни. Вот такая фраза – to live in. То есть место, в котором жить. Это такое выражение – place to live in. Для нас – что, я уже верю конец предложения, мне очень нравится концовка. Так, ну это, конечно, уже уровень мега-advanced. Для нас, for us, и для последующих поколений. Но не просто for the next generations, а для последующих поколений, которые придут. And for the next generations. Вот опять же такая фраза. Вот это мне нравится, очень естественная фраза для тех поколений, которые придут, для следующих поколений, которые придут. Это такая фраза for the next generations to come. To come. Это, видите, здесь похоже с этой конструкцией. Для следующих поколений, которые придут. For the next generations to come. Это устойчивая фраза. То есть еще раз, смотри, что, в чем мысль. Еще раз, вот здесь просто места нет, поэтому вот хотя бы так. Что мало, что можем написать. Итак, смотрите. I'd like to point out that we are running out of time, the time of our life. Let's hurry up to do good things more and more. I'm totally convinced that it'll help us to turn our world. Или также здесь можно без стука, как мы с вами говорили, тоже можно совершенно естественно. It'll help us turn our world into a much better place to live in for us and for the next generations to come. Друзья мои, мне очень приятно было с вами проводить вместе на YouTube. Друзья мои, всем спасибо огромное за внимание, и, конечно, я желаю вам всего самого хорошего и успехов не только в английском языке, но, друзья мои, не буду говорить во всем, потому что все может быть и хорошее, и плохое. Желаю вам успехов, друзья мои, во всех ваших благих начинаниях. Thank you, my friends. I wish you good luck. Bye-bye.